Buenos días.
чехах, там всегда композицию. Она называется «Congratulations». Thank you.
И, дорогие друзья, эта вещь называется «Congratulations», поздравление. Ну, повод был хороший, да, там наш прекрасный коллега, да, выпустил прекрасный саксофон. А следующая песня называется «You Will Fly With Me». У нас все про любовь. Thank you.
А было рядом только хорошее. Здоровья вам и вашим семьям, близким людям. Так что мы сегодня играем для этого, чтобы у вас все было хорошо. Да. И вот сейчас у нас первый наш гость дорогой. Это прекрасный вокалист, молодой, талантливый. Его зовут Эмиль Гард. Прошу любить и жаловать. Так. Да. Мы сейчас поем еще одну песню, она называется Everything with You. Thank you.
Пришли Минка! Наш дорогой друг и прекрасный музыкальный подарок. Лучше не представишь. Минка, дорогие друзья! Дорогие друзья, как у вас настроение? Как вы себя чувствуете? Покажите. Настроение! Вот! Вот это я понимаю! Дорогие друзья, у нас... У нас сейчас будет еще одна песня. Называется What could be more than love? Что может быть выше любви? Ну потому что действительно, если что-то делать без любви, жить без любви, какой смысл это? Мы делаем это с любовью для вас. Thank you.
Дорогие друзья, с вашего позволения, у нас тут есть разные песни, много. У нас, да, главная проблема – это хочется вам все спеть. Но время концерта не позволяет. И так, к тому же, я потеряла свою программку. Но это не самое страшное. Главное, что распеду, а остальное не имеет значения. О, да, сейчас мы вам поиграем. Да, у нас сейчас композиция, которая называется Love for jazz. Вот я бы сказала, love for some beat. Love for beat, да. Come on!
Слава Юрию Луне! Слава отцу Максима! Дорогие друзья, у нас вот тут такой трогательный подарочек есть для вас. Он будет ровно еще через один трогательный подарочек. Дорогие друзья, еще один великолепный певец, мой друг, сегодня друзья все, так приятно. Его зовут Хосе Мариан. Прошу вас, поприветствуйте. Когда в музыке язык заплетается. Все ресурсы уходят на музыку, друзья. Хосе Мариан, прошу приветствовать. Давай, вот она. Скромный день. Сюда пойдем или сюда? Все равно, да? Давайте не смотрим. Добрый вечер. О, как слышно, да. И мы споем песню, которая называется You Don't Know. Thank you.
Спасибо. Это Марьяна Гнезя. Ты сегодня музыканты, такие вокалисты. Я обалдела. Сейчас у нас такая... Дорогие друзья, у нас сейчас такая новогодняя лирическая пауза. Это не перерыв, не вздумайте уходить. Заклинаю вас счастьем. Сидите на месте. Дорогие друзья, я пользуюсь рабочим положением. Вот есть такой автор. Он придумал песню «Маленькие зверюшки». Но Новый год-то новый. Так что я думаю, что шестилетний артист вполне может, так сказать, передать вам все самые лучшие, свежие начинания и пожелания в Новом году. Так что пока она поет, загадывайте желания, потому что они обязательно у вас сбудутся. А сейчас Лана Королева, 6 лет, маленькая зверюшка. Thank you.
Ой, друзья, это была Ванночка Карамела. А для кого мы все это делаем, мои хорошие, если не для них? А, и вот мы сейчас продолжаем. Выходите. Ну, на сцене Алексей Максимов, Дмитрий Лукин, дорогие друзья, Леонид Кадин. А сейчас у нас вообще что-то с чем-то. У нас два вокалиста выходят на сцену. Это просто вот несравненно Александра Черноусова и Эмильгар. Дорогие друзья, прошу, прошу приветствовать. Потому что у них есть сольные концерты. Александра Черноусова, дорогие друзья, вот она. Дорогие друзья, наша песня называется «Your voice inspires me». Идите поближе. Будем едины, так сказать, человек. Каблуки большие. Друзья, мы готовы, а вы? Да! До встречи! Like
Голос от Бога, талант величит Бога. Душа поющая, спасибо, друзья. А вот когда приходят на концерт друзья, это что-то, это ни с чем не сравнимо. А когда они так поют, хочется жить. Давайте еще раз поприветствуем. Друзья, у нас новая песня, я волнуюсь. Queen of Silence, she's breaking over my rational.
Спасибо большое, дорогие друзья. Да, много раз были. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену моих дорогих друзей, потрясающих, талантливых, разнообразных, универсальных вокалистов. Это Александра Черноусова, это Эмильгард, это Хосе Марьян. И мы хотим спеть. Хосе, что происходит? Дорогие друзья, мы хотим завершить наш...
Thank you.
Руслану Черноусова! Эминка! Хосе Марья! Феликс Лахути! Наш друг Папа Фонка! Ладочка Королева! Друзья, всего вам самого крутого в новом году! И давайте обязательно встретимся! Спасибо! Ура!